Давай. Все? Да. Дорогие друзья мои замечательные, сегодня мы делаем распаковку одного необходимого предмета для всех стримеров. У меня такой предмет один есть, но я его не использую по назначению, потому что мне не очень комфортно, конечно же, компанию, фирму не буду называть. Вот. И для того, чтобы мне было комфортно, я у своей дочери отжала вот этот предмет. Но ввиду того, что я все-таки популярный стример, и у популярных стримеров принято сидеть вот в таких штучках, мне прислали такую штучку. И я сейчас ее буду распаковывать. Кстати говоря, компания, которая мне прислала эту штучку, уже... Только одно в голове, мам, коксу 5 грамм. Уже продала мне одну вещь очень давно, сама это не подозревая. То есть, имеется в виду, что у меня микрофон Fifine. А теперь Fifine прислали мне такие наушники. Вот такая упаковка пришла, кстати, очень красивого желтого цвета. С такими пупырчатыми пупырками. Вот. Конечно, в следующий раз, когда я пойду на почту, я не поеду просто так, по наитию. Типа, ах, я поеду на почту. Я обязательно запишусь. Потому что 45 минут сидеть в отделении такой занятой женщине не пристало. Сейчас мы продолжим. Но это звонит дочь. Семья превыше всего. Доченька, только быстро. Нет, солнышко, отпусти меня, пожалуйста, если у тебя все хорошо, ладно? Милашенька, я сейчас не могу с тобой говорить. Я записываю распаковку. Пока. Но настоящая мама никогда не пропустит звонок своей дочери, даже если она рекламирует такие потрясающие наушники от фирмы Fifine. Открываем коробку. Что мы тут видим? Мы тут видим, ну, две бумажки. И мы тут видим одни наушники. Две бумажки, одни наушники. Ой, ой, о-о-о-о-о-о-о. Я никогда такого не видела раньше. Это сильно. И это очень круто. Понимаете? Какой-то огромный... Это что за покемон? Огромный шнур. А это микрофон. Так, ну что, очень приятная кожа. Очень-очень симпатичная. Тут мягкая. Здесь такие штучки с серебряные такие хромовые штучки со смайликом. Очень, очень мягкие вот эти подушечки. Сейчас все мои уши прекрасные, все сейчас испытают. Два, значит. А, и они еще очень, вот смотрите, такие flexible, подвижные. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Подвижные штучки. И теперь то, что любят все, мне кажется, люди, это длинный шнур. Потому что некоторые компании позволяют себе делать какую-то технику, и там вот такой шнурок. И ты должен потом думать, как же тебе с этим совсем жить. Ага, так. Значит, вот тут такая есть флешка. Вот. У флешки, между прочим, есть колпачок, что очень, прям очень мило. Прям молодцы, молодцы. И по всей вероятности мне надо воткнуть вот это. Ну, спереди можешь компьютер воткнуть. Да, я воткну сейчас спереди в компьютер, но мне еще нужно, мне человеку высокой технической интеллектуальности, еще мне надо воткнуть вот эту штуковину. Left-right. Только что было написано, где left-right, я уже потеряла. Внутри, наверное. Господи, только это было, я тут же потеряла. Ладно, люди, которые это наушники сделали, они в этом не виноваты. Так. Ну, теперь наступает самый главный момент. А самый главный момент какой? Как эти наушники будут смотреться на красивые стримерши? Вот что самое главное. Сейчас вот наступает самый главный момент. Это момент эстетики. Значит, я в любую дырку, да? Да. Тыкаю. Вот
я, например, тыкаю вот в эту дырку. Вот я затыкнула в эту дырку. Вынимаю прекрасные наушники моей дочки. Так. Ну и что? И теперь внимание. Ну, все, те... Да, я тебя слышу. А ты меня слышишь? Алло, алло? Да. Оператор 1313 вас слушает? Ну что? Скажи что-нибудь мне. Я считаю, что они тебе идут. Ты считаешь, что мне они идут? А да. А что чат мой считает? Ну, я, похоже, стала на телефонистку. Вообще красотка, белый с красным. Ох, смотрите, какая вот красота. У меня вот еще от Fifine есть. Мы, правда, другой продукт сейчас, о другом продукте говорим, но на всякий случай пусть компания Fifine знает, что я давняя поклонница. То есть я могу вот это вытащить? Вот это? Да, микрофон съемный. Микрофон съемный. Вот тут съемный микрофон. Кстати говоря, я должна сказать, что это очень удобно. Это очень удобно, потому что хотите, воткните себе сюда одним движением и будете алло, 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 как вот телефонисты, операторы. Вот. А если не хотите, вы его хоп и бросаете. Только следите, чтобы ваши животные его не съели. Значит, ребята, бесспорный плюс. Вот пока я еще не понимаю, что здесь, но здесь вроде мягенько все. Очень уши себя комфортно чувствуют. Ребята, бесспорным плюсом, одним из основных, является вот этот потрясающий длинный шнур. Потому что я, например, знаете, как могу сделать? Вот смотрите, как я могу сделать. Я могу вот, например, встать и поставить чайник. Вот я на достаточное количество... Двухметровый, чуть ли не двухметровый провод. Вот. И мне кажется, что очень-очень классно. И знаете, тут, знаете еще, что очень приятно? Вот эта штучка, она не пластиковая, она как веревочка. По-моему, очень симпатично. Манавар, тебе нравится? Конечно, оплетка. Оплетка, да. Вот. И, кстати говоря, я вообще ничего не слышу, что тут... Шумоподавление хорошее? Ну, неплохое, да. Шумоподавление хорошее. Я же через волосы еще. Сейчас можно на самом деле вот так вот. Сейчас. Вот так вот стало, кстати говоря, шумоподавление, если все убрать. Вот так вот. Ну, то есть вот если сейчас ко мне в квартиру кто-то войдет, я не услышу. Чайник просто безумно. А еще если у меня где-то была белая майка, а с белой майкой вообще было бы. Таким образом, чтобы завершить данный обзор и распаковку, я могу сказать, что по внешнему виду, сохранности, мягкости, удобству, гибкости, длине шнура у меня нет абсолютно никаких претензий. И если мой друг Мановар еще мне что-то скажет, то я еще раз вам подтвержу, что звук тоже очень хороший. Как на голове сидят? Не давит ободок на сверху? А это покажет только время. Вот это вот я пока не знаю. Пока что вроде нет. Вот пока нет, но это вот никогда неизвестно. Даже улыбочка сверху нарисована, сбоку. Да, тут две улыбочки нарисованы. Вам нравится, как вот я в профиль к вам повернусь? Вот как они выглядят. Вот. У них светятся эти штучки. Штучки, тут подсветка очень классная. Мэнни, да. Слышишь? Да, я не видела. Я вот их сняла. О, это очень симпатично. Это очень мило, кстати. И вот тут вот что-то светится. Вот тут внутри. И вот здесь что-то светится. Вот классно, кстати, говорят. Это я не сказала. Но это здорово. Симпатичные. А какие еще есть цвета? По-моему, там были розовые, правильно? Были розовые и мы заказали черные. Розовые, правильно? А у тебя какие, белые они или розовые? Да, у меня мы розовые заказывали, нам прислали белые, но белые тоже хорошие. Я не помню, какие мы заказывали, розовые или белые заказывали? Розовые. Мы заказывали розовые, но ты мог, зная, что ты не девчонка, ты мог и написать, розовые, ну пришлите ей белые, ты так мог.
Ну вот, все, я теперь счастливая обладательница наушников Fifine модели. Точно модель сказать. H8. Нет, H6. А, H6. H6, да. Ampli Game. Ampli Game. H6. Вот. Не, очень симпатичный. Вот. Так что вот, я довольна. Буду сейчас в них стримить. Ножницы и все коробочки все откладываем. Вот. Спасибо большое компании Fifine за предоставленные наушники. Они замечательные. Хочу напомнить, что тут еще есть... Можно ставить микрофончик. Если у вас нету... Ой, ну, короче, я не могу это так вставить. Сами понимаете, что это вслепую не вставишь. Надо снимать, снова надевать. Вот. Но поскольку у меня есть еще один, первый мой микрофон вообще в жизни, это как раз тоже микрофон компании Fifine, я им и буду продолжать пользоваться, потому что он мне очень дорог. Он со мной уже, между прочим, 3 года, и еще мне ни разу не изменил. Спасибо большое. Тогда наш рекламный ролик завершен. Мы пойдем дальше играть и опробовать эти замечательные наушники. Спасибо большое, Fifine, за вашу доброту, за то, что у меня теперь есть новые наушники. Хрусть, хрусть, пальчики, хрусть, хрусть, пальчики, в доте девочки, в доте мальчики.